chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Throw the jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone, I'm a big room. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone, I'm a big room.
Также сейчас у себя на экране вы можете видеть фрагмент программы, которая поставляется в комплекте с этим регистратором. А, к сожалению, записать видео у меня не совсем получилось, то есть, точнее, получилось, но программа, которую я монтирую, отказалась принимать этот формат видео, и поэтому я предоставляю вам лишь фото и изображение этой программы. Как вы можете видеть, здесь мы выбираем непосредственно сам файл, который записал регистратор, и он нам автоматически выводит и сразу и плеер, на котором мы можем посмотреть отснятый материал, посмотреть данные из G-сенсора, какие перегрузки и в какой степени у нас шли во время нашей поездки. Аналогичным образом у нас есть спидометр, который в удобной форме показывает нам нашу скорость во время движения, направление движения относительно севера-юга по компасу, и также карту Google Map. Ее можно открыть в полном как бы размерном окне и посмотреть весь маршрут, который мы проехали относительно снятого материала. Как вы можете видеть, я двигался по проспекту, и линия самого проспекта достаточно четкая. В районе, где я ездил по дворам, там не совсем точно показывает, но вот именно центральные проспекты показывают очень точно, прям буквально один в один, то есть как я проезжаю на видео какой-то перекресток, и мой маркер с GPS-меткой проезжает именно в этом же самом месте, где проехал я на самом деле в реальности, так и показывает, собственно, на карте Google Map. То есть достаточно удобная функция, особенно для коммерческого транспорта, то есть вы можете поставить такие регистраторы, к примеру, на служебный автомобиль, а в конце дня собрать карточки и просто посмотреть, в каком месте ездил ваш сотрудник, и работал ли он в определенный период времени, или ездил по своим каким-то делам. Ну что ж, а теперь, познакомившись с качеством записи этого видеорегистратора в основных режимах, давайте посмотрим на его меню и настройки, которые он располагает. Основные элементы, то есть у нас есть на корпусе самого регистратора непосредственно выход мини-USB для синхронизации с компьютером, AV-выход, то есть подключить камеру заднего вида на него все-таки не получится, это именно выход, а не вход, клавиша фото, также она выполняет еще другие функции во время работы. Клавиша включения, она, если кратковременно нажать ее, она включает диодную подсветку на корпусе регистратора. Также есть кнопка старта записи, кнопка меню и вверх-вниз. Кнопочка вверх у нас выключает или включает микрофон, кнопочка вниз тушит экран во время работы регистратора. Также суть крепления такова, что он крепится на стекло при помощи такой вот присоски. Easy Lock она, по-моему, называется, если я правильно помню. То есть мы ее прикладываем к стеклу, поворачиваем, и она у нас, собственно, уже прикреплена. И во время обычной эксплуатации у нас происходит то, что как бы присосочка у нас закреплена на стекле, регистратор вставлен в контактную группу, то есть питается как бы через нее, а сам шнур питания он идет у нас через GPS-трекер, то есть в чем удобство, то есть мы когда закрепляем на лобовом стекле, шнур у нас уходит наверх, и можно пустить его как бы под обшивку, и он у нас совершенно не будет виден в салоне, то есть вот у нас останется такая пипочка, допустим, до обшивки крыши, а остальное уже можно пустить наверх. Также, когда мы подключаем внешнее питание, когда регистратор у нас подключен к контактной группе, у нас начинается поиск GPS спутников, так что-то я немножко подвис. То есть при обычном использовании GPS не используется, дабы как бы не тратить ресурс батареи.
Ну что ж, давайте мы его включим. Естественным образом, когда мы выбираем основной метод записи либо на карточку, либо на внутреннюю память, у нас при подключении питания стартует запись. Карточка вставляется здесь вот слева. Справа у нас выход, кстати говоря, HDMI. Это, так понял, микрофон, динамик. Так, в основном вроде все сказал. Да, кстати, еще светодиод. Красный моргает во время зарядки, и либо зеленый, когда регистратор у нас заряжен. Как я уже говорил, если мы нажимаем, у нас выключается или включается микрофон. Что это за значок, я не разобрался, так и не смог понять, в чем суть. Это значок циклической записи. Нажимаем вниз, у нас тушится экран. Во время также вот включаются диоды. Если нажимаю на клавишу выключения, диоды достаточно яркие. Я попробовал поснимать, то есть вот просто держа регистратор в руках, поснимать его им в темной комнате, и как бы очень удобно снимать в темное время суток, например, какие-то объекты. Кнопка фото делает фотографию, то есть вот так вот все очень просто. И во время, когда вот стартует запись, у нас идет, пошла запись, мы нажимаем кнопку меню, и эта запись у нас становится нестираемой. Повторное нажатие убирает эту функцию. Пройдясь по элементам меню, мы вот нажимаем на клавишу меню, мы попадаем в отснятое видео. Это у нас сейчас видео, как вы можете понять, что по соответствующему значку и фото. Нажимаем на клавишу фотографии. Мы как бы переходим в меню, нажимаем, и у нас открывается меню удаления. Можно удалить один файл, либо удалить все файлы. Подтверждаем. О, pardon, не подтвердил. Подтверждаем, и файлы удаляются. Аналогичным образом происходит все и в разделе видео. У регистратора есть G-сенсор, то есть во время столкновений, во время резких ударов, например, последний ролик сохраняется на нестираемую внутреннюю память. Она составляет 256 мегабайт, то есть приблизительно 2-3 минуты последнего ролика у нас попадают в нестираемый блок внутренней памяти, и вы как бы этот ролик уже точно никогда не потеряете. К примеру, можете отдать карточку инспектору ДПС, а для себя оставить файл непосредственно в самой памяти. Из меню просмотра файлов, повторно нажать клавиши меню, мы попадаем непосредственно в само меню. Здесь мы можем посмотреть качество записи. Здесь нам предложено несколько вариантов. Это 1080p, то есть Full HD с 30 кадрами в секунду, 720 60 кадрами в секунду и 720 с 30 кадрами в секунду. Лично я использую 1080. Выбрать время циклической записи – это 2, 5, 10 минут, либо неограниченное количество времени. Мне удобнее всего 5. Задержка включения используется для того, чтобы при подаче питания регистратор включается не сразу, допустим, через 10 секунд. Кому-то это удобно, кому-то нет, но я убрал эту функцию. Задержка автовыключения, то есть когда пропадает питание на регистраторе, он выключается не сразу, а спустя 30 секунд после отключения питания. Датчик движения, естественно, можно включить и выключить. Мне он не нужен. Запись звука. Выбор языков. Это китайский, английский и русский. Тип вывода на телевизор. Это NTSC, как там не помню, правильно называется, либо PAL. Ну, в общем, это для тех, кто подключает к телевизору. Непосредственно настоящее время. Штамп информации на видео, то есть это дата и время, штамп логотипа компании iTracker. Он будет писаться здесь же в уголке, рядом с датой. Штамп скорости и штамп госномера. Как бы логотип я убрал, госномер тоже убрал, потому что в настройках я не нашел меню, где бы можно было внести данные о своем номере. То есть там просто нули показывают, как бы зачем это надо, если это не работает. Я поэтому отключил. Так.
выходим из этого меню, форматируем, естественно, отформатировать карточку памяти, громкость, соответственно, громкость с динамиком, замедленная съемка, я не использовал, то есть динамические сцены можно просматривать как бы в замедленном виде, бесполезно на регистраторе функции, по крайней мере, в использовании в автомобиле, а не для какой-то другой съемки. Автовыключение, вот это тоже, честно сказать, не совсем понял, зачем эта функция, с чем она связана, то есть это 2 либо 5 минут. Пробовал включать и выключать, как бы ничего не менялось, абсолютно не знаю, зачем она нужна. Автовыключение дисплея, после подачи питания он отключится автоматически, по крайней мере, потушится, либо через 30, либо через 60 секунд, а я отключил. Также есть настройки G-сенсора, чувствительность от 0 до 7, я поставил, по крайней мере, самую минимальную, чтобы на наших разбитых дорогах он ложно не срабатывал. Единственный вот активный слот, то есть либо карточка, либо внутренняя флеш-память, частота, значение по умолчанию вернуться и версия прошивки. На этом как бы настроечки у нас заканчиваются. Повторно нажать на клавишу меню возвращает нас к съемке. Вот такой вот регистратор, такая менюшка, это все функции, а да, не совсем все, давайте все сейчас подключу его к корпусу и сымитирую подключение внешнего питания от компьютера. Питание подано, и у нас начинается поиск GPS спутников. То есть пока вот у нас идет такие вот моргающие полосочки. Привет. Значит, у нас спутники ищутся. Когда тарелка станет зеленой, значит, у нас спутники нашлись. Но, естественно, сейчас в помещении никакие спутники я не найду, потому что GPS практически не ловит в бетоне, так скажем. Ну что ж, и на этом... Кстати, да, вот фонарик, если включен, лампа, подсветка, загорается соответствующий индикатор. На этом по меню и функциям у меня для вас все. Также считаю не лишним упомянуть то, что этот регистратор я покупал на чипе Umbrella A5 и GPS-модуль. Сирф или Сюрф, как он правильно называется, как бы не очень уже помню правильное написание этого модуля, то есть одного из последних поколений. Также у продавца есть на A2 чипе прошлого поколения и с более слабым GPS-приемником. И именно производитель как бы не предоставил мне ни качества записи A2, потому что как бы они не делают ставку на его продажу, потому что чип достаточно уже устарел, и GPS там как бы ловит похуже. И у них также есть сейчас еще модель на чипе A7, которая считается как бы последнего поколения. По крайней мере, я не видел более старшей модели. И, естественно, регистратор там уже стоит $150, как бы. Ну, в принципе, я посмотрел качество записи A5 перед покупкой, и меня все более чем устроило, поэтому я заказал именно A5. Оценивайте это видео, ставьте лайк, если видео вам было интересно и полезно. Это поможет развитию канала в дальнейшем. Также подписывайтесь на канал. Будет много интересного. И до встречи.